Итак, мы поднимаемся на самую верхушку. Окошко, правда, чуть-чуть заляпано. Запотело, кто-то вчера что-то принял. Кто-то принял вчера. И не только вчера. Это Анькины глаза снова расширяются. Зрачки все больше и больше. Класс! А это я. Я тоже в шоке. Мамочки, это ж мы куда ж поднимаемся? Еще поднимаемся. Это мы в туман. Мы вообще... Класс. Ого, уже вообще почти чуть не видно. Макс, а ну сними нас. Козбечка, сними нас. Мы поднимаемся. Ты хочешь саму вершину? Класс. Мы уже чуть не видно. Супер вообще. Эйфелевая башня. Я не ждала, что все настолько круто, серьезно. Это просто супер высота. Еще выше смотрю. Да, ощущение. Супер, 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 супер. Супер, супер, супер. Ну что, вы друг друга снимаете? Да, это высота просто поразительная. Ой, мамочки, куда? Может, давайте все это. Ой, уши заложила, жим. Уши заложила, да? Да. Сортир написано. Но это называется, что заходите. Или выходите. Классики. Вон Украина, Киев, Киев. Киев. А вон, смотри, флаг. Киев, Люксембург. Где, идем после. Украина! А, Одесса, это Одессита? Да, конечно! Во Франции встретили. А это Сороча. Сороча. Сороча с Киева. Сороча с Киева. Давай найдем свой флаг. Вот там он. Пошли, вот там вот наш Киев. 2034 километра. Держи руку, подними. А так неинтересно, так ничего не понятно.